Ну, очень сегодня хорошее мероприятие. Оно направлено на патриотическое, в том числе, воспитание молодого поколения наших кирилловчан. Сегодня день праздничный, конец Второй мировой войны. И в честь вот погибших, павших наших земляков мы сегодня вот создаем такую аллею. Да, это дань памяти погибшим воинам, нашим погибшим землякам. Дань памяти преемственности поколений. Ведь мы, как люди, находящиеся на службе у государства, должны свято чтить и погибших земляков, и тех, кто служит, и тех, кто нам передает свой опыт. Это очень важно для нас, и я думаю, что и для всей страны. Каждый человек в мир должен украшать тем, чтобы создавать вот такие великолепные, красивые парки на берегу чудесного озера. Вы посмотрите, какая здесь красота, Ферапонт, монастырь, озеро. И самое главное, что здесь присутствует, это огромное желание у людей украсить это место и оставить память, учитывая, что там в парке есть памятник погибшим воинам. Я был удивлен и не знал даже, что такая цифра 6 тысяч кирилловчан погибло во время Второй мировой войны. Это большая очень цифра, это огромное количество людей, отдавших свою жизнь на то, чтобы мы сегодня жили в мире, могли развиваться, могли украшать эту землю. Поэтому мы садим парк здесь в память о них в такой знаменательный день, день окончания Второй мировой войны. День памяти. Я с удовольствием сидел дерево, очень надеюсь, что оно будет жить. Я буду приезжать смотреть, возможно, и ухаживать. Что-то я смогу сделать для этого дерева. Пусть растет большой на радость всем жителям этого района. Сегодня для России памятная дата. Ровно 71 год назад, 2 сентября 1945 года, закончилась Вторая мировая война. Сегодня в селе Ферапонтово Кирилловского района в честь Дня воинской славы высадили аллею памяти погибшим солдатам. Сейчас это совсем маленькие деревья, но через 30 лет здесь заколосится самая настоящая роща, в которую может прийти каждый желающий и вспомнить.